Игроков. Ну, у нас есть и такие команды, как Голландия, Казахстан и... Да, еще и Мексика. Ну, я ее исключила. Такой удивительный будет отдыхом, тренировкой для нашей команды. Естественно, и титулованы, согласна. Но игроков я вот вижу тех, которые добывали те самые победы, которые напомнили зрителям. Не столь рослые. Что вообще известно о Таиланде? Тайский бокс, тайский массаж. Но... Или нет? Ну, я не думаю, она уже много лет не подает силовую подачу, но планер в прыжке не менее сложный для приема. Но так и справились, смотрите. Это скорость, которая прямая. Опять тот же вариант, заднюю линию сзади. Подача в следующем же розыгрыше обычно центральных игроков меняет лидер. Вот опять пробивает наш блок, но это все. Чарапорн, он бьет. Таким образом вы попали. Раз и все уже. И ты все пропустил и не понял, что же произошло. А да, здесь все-таки... зрительская аудитория тоже разная. Кому-то вот... Ну, между прочим, чемпионат есть, да? И, ну, странно, что если идут два чемпионата мира, мужской и женский подряд, вот так, то... Попали сейчас в нее как раз. Можно сказать, почему? Потому что вот там виднее, если находиться ближе. Даже так. По девятому метру и довольно сильный удар в исполнении китайской команды довелось увидеть. Ну, вновь видим, что продолжает свою политику вести китайская. Нужно было перемещаться. Практически на пункт. Гамова, но либеро сборной Таиланда просто молодцом. У нас и Крючкова. Так и Крючкова, да, тоже хороша. Жалко, вот что мы не можем сыграть такую, которая бы подходила Гамовой после этой защиты. У нас не получилось. А это было хорошо. Это... Ну, отлично передача. Которая... И педали не давит. Да, но каждое ее действие проникнуто смыслом. Да. Мы сегодня как раз на тренировке, я бы даже сказала, наверное, феномене Гамовой, да, с Леонид Николаевичем Зайко, наставником. Урок через голову Жене Старцевой, разобранный по секундам и по кадрам. Вот как везет иногда бывает. Но это, на это да, надо рассчитывать. А все-таки есть некая расслабленность, конечно. Смотрим мы, что Кошлева убежала с подачи, да. Старцева приняла решение не ставить блок, оказавшись у сетки, да. Хотя втроем сгруппировались для тройного блока. Там не как раз таки удары, да, на обманные скидки. Одночаева в защите, Гамова поднимает, Кошелева переправляет. Ну, здесь не успели подняться Регина Мороз и Татьяна Кошелева у тайских девушек. Ну, пробежала-то через всю площадку, есть пайп. Александра Пасынкова вышла вместо Екатерины Гамовой, но это правильно. Хороший первый темп противостоять вот быстрой такой игрой и хорошей защитой. Четверть финалов, полуфиналов и прочего. А организация именно финальной шестерки, финала шести... Ну, уж как есть, правила не нам менять, нам важны им... Здесь удалось, по крайней мере, оставить мяч в игре. Касание рук блокирующих, насколько... А Паскальный тут на подачу и выходил, собственно. Да, Щербань заставляет трудиться. Очень непростая подача сейчас достается Яне. Атаку мы организовали, но такую плохенькую. Сразу же воспользовались наши соперницы. Вот интересная комбинация сейчас. А, да, вот, Вибера находится на площадке во время переходов, либо потери подачи, да? Девочки меняют друг друга. Отпомни просто очком. Да, и поэтому в каком-то пункте работает.